чтобы найти свою книгу. Или наоборот, реализовать свои книги, которые не нужны. Да, раньше это был Днепропетровский обл. Книготорг. А здесь испокон веков был букинист, принимали от населения. Этот магазин 79-го года я пришла работать, и он уже был лет 20. Точной даты я не скажу, потому что я даже у нашего историка местного буряка спрашивала. Он говорит, я, да, попытаюсь выяснить, но так он мне ответа не дал. У нас осталось 3 человека, мы работаем. Уже вот 20 лет здесь втроем. Интересно, вот как читать человека тоже. Вот, пожалуйста, Фрейд у нас здесь. Видите, психоанализ лекции Зигмунда Фрейда. Карнеги есть. Здесь наша художественная литература СНГ, русская, украинская, а здесь зарубежная. Есть, вот смотрите, тоже интересное вот такое издание. Толстой, Анна Каренина, 47-го года. Вот и по 2 гривны у нас здесь есть книги. А есть еще антикварные, дореволюционные издания, которые, конечно, ну, старенькая, ну что вам. Это книга Грибоедова «Горе от ума». Издание... Это 1875 года. Как видите, сохранность, ну, бывает и лучше, конечно, но все-таки настолько старое, редкое издание. Ну, приходит человек, приносит нам книгу, мы оформляем квитанцию, вот, берем на комиссию на срок 2 месяца. Потом, по истечении срока, ну, может быть, и раньше, если продались там несколько книг, было всего, а не много, вот, то мы рассчитываемся, мы показываем, что продалось. Это так, что и вот такие у нас стопочки этих с датчиков наших любимых. 56% получает человек, тоже копейки, но выбросить просто человек не может, рука не поднимается, и мы не можем, ну, тоже отказать, идите выбрасывайте или куда хотите девайте. Потому что, ну, книга – это как святое. Вот у нас ящичек. Вчера уже нету, да, ящичка. Книги безкоштовно. Мы уже выставляем, и люди забирают. А есть там Селлинджер или Ванегут. Кто-то там еще. Стругацкие есть? Сейчас нету. Пройдите, посмотрите. Может, что-то подобное, что-то другое заинтересует. Развернулся, пошел. Есть постоянные покупатели, которым приятно, их интересует, допустим, что-то мы знаем, мы уже им откладываем книжечки. Старые книги, а также мемуары, ну, историческая литература такая. Что сегодня купил Игоря Мозейка, это Кир Болучев, его книга про пиратов. Как говорит, за что человека любишь? Не знаю, за что. Да? Вот так и работаю.